Безопасность работы электронных кошельков. Майнинг будет доступен только активным пользователям кошельков в системе DinarCoin с 15 декабря 2016 года. В числе нововведений, которые уже были осуществлены, включено обновление системы безопасности, совершенствование механизма начисления майнинга, разблокировка приложения по отпечатку пальца. Для установки обновленных кошельков необходимо обновить приложение и удалить предыдущую версию кошелька.